Привет! Сегодня хочу с вами поделиться одним маленьким ритуалом, который желательно делать 4 или 11 ноября. Эти энергии, силы, упоры, это вот наша база, основа, доброта в действиях. Если вы хотите новое жилье, или же у вас переезд, или вы хотите изменить условия жилищные. Вот для этого мы берем лист бумаги, прописываем в настоящем времени, что вы уже как будто бы уже получили. Я живу в новой квартире, я переехала в удовольствие, с легкостью, у меня все получилось. То есть все своими словами. Не забудьте поставить дату 4 ноября. Какого года вы хотите, и 1 или 11 ноября, и тоже ставим год. Расписываемся, принято к исполнению во Вселенную, вот это последняя фраза, ставим точку, и вот на этот листочек мы наговариваем такие слова. Я проводник денежной энергии, я магнит, все, что говорю, получается. Деньги в моей жизни умножаются. Изобилие прибавляется. Да будет так. Так и есть. Многие меня спрашивают, почему мы говорим о деньгах? Но ведь для получения своего собственного жилья нужны денежные средства. Для переезда тоже нужны денежные средства. Итак, этот листочек мы запечатываем в конверт и кладем в то место, где мы не трогаем до исполнения нашего желания. После того, как исполнилось наше желание, мы этот конвертик вместе с листочком поджигаем и отправляем по ветру или смываем канализацию. Пользуйтесь, передайте другим. До новых встреч и пока-пока.